Количество жертв наводнений в Пакистане превысило 1000. Миллионы людей остались без крыши над головой. Полностью или частично разрушены более 900 тысяч домов, уничтожено 80 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий. Причиной катастрофических наводнений стали муссонные дожди, которые продолжаются в стране с середины июня. Власти Пакистана объявили чрезвычайное положение и обратились за помощью к другим государствам и международным организациям. Больше других пострадали от наводнений провинции Синд и Белуджистан. Правительство страны выделит 10 миллиардов рупий провинции Белуджистан на восстановление. Национальное управление по борьбе со стихийными бедствиями разработает план поддержки региона. Пакистанские власти называют случившееся самой тяжелой гуманитарной катастрофой десятилетия и предупреждают о вероятности нового наводнения на юге страны из-за разлива рек.